Вести Карачаево-Черкесия. В студии с информационным выпуском Рита Нерова. Здравствуйте. Вот некоторые темы. Республика вошла в топ-3 регионов России по реализации проекта «Социальная догазификация». Карачаево-Черкесия достигла 80% от плана по вакцинации от COVID-19. Дворцу спорта Учкикена Малокарачаевского района присвоено имя Героя России генерал-майора Канамата Баташева. И в Черкеске появится республиканский центр самбо. Далее подробно об этих событиях и не только. Вчера под председательством полпреда президента в Северокавказском федеральном округе Юрия Чайки в Пятигорске состоялось координационное совещание по вопросам безопасности, противодействия коррупции и обеспечения правопорядка, в котором принял участие и руководитель Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов. Ключевой темой разговора стало обеспечение безопасности учреждений образования, антитеррористической защищенности школ, детских садиков и других объектов образования. По словам главы региона, за последние годы в республике была проделана значительная работа по совершенствованию системы безопасности. Из года в год улучшается техническая оснащенность учреждения образования, ведется профилактическая работа с педагогами и учениками в случае потенциальных угроз террористического характера. Еще одной темой обсуждения стали результаты работы правоохранительных органов по противодействию нарушениям в миграционной сфере в субъектах Северокавказского федерального округа. Здесь также была отмечена необходимость выработки дополнительных мер по дальнейшему развитию механизмов и средств профилактики, предупреждения, выявления и пресечения нарушений российского законодательства. Парламентарии Южного федерального округа поддержали предложение депутата Карачаева-Черкесии Хасана Хубиева в рамках 36-й конференции Южно-Российской парламентской ассоциации, которая работает в эти дни в режиме видеоконференц-связи. Председатель Комитета по социальной политике, труду и здравоохранению Народного собрания нашей республики выступил с предложением направить в Госдуму обращение о расширении перечня нозологии, лекарственного обеспечения, по которым финансируется из федерального бюджета, и включить в него 17 заболеваний, лекарственное обеспечение которых сейчас осуществляется за счет региональных бюджетов. Вместе с тем рассмотреть возможность создания в федеральных округах специализированных центров по редким орфанным заболеваниям. Карачаево-Черкесия вошла в топ-3 регионов России по реализации проекта «Социальная догазификация». Республика четко и своевременно выполняет все запланированные мероприятия в рамках данной программы. В частности, по темпам ее реализации регион занимает второе место. Так, от жителей республики уже принята 2301 заявка, более 90% из них переведены в договоры, а 75% исполнены, сети построены до границ земельных участков. Дворцу спорта Учкикена Малокарачаевского района присвоено имя Героя России генерал-майора Канамата Баташева, который героически погиб при исполнении боевой задачи в ходе спецоперации на Украине. На фасаде здания спорткомплекса отныне располагается мемориальная доска с именем Канамата Хусеевича. Вчера в Учкикене прошел первый турнир по карате, посвященный памяти Героя России Баташева, который станет ежегодным. Память о нашем отважном земляке будет жить в сердцах всех жителей республики. Он лишился жизни в борьбе с жестокой идеологией фашизма, воюя за стратегическую безопасность родной страны, за наше стабильное будущее. Его беззаветное служение Отечеству, преданность своим принципам и любовь к родине – хороший пример доблести и чести для подрастающего поколения. В региональном отделении партии «Единая Россия» прошел круглый стол с участием депутатов парламента республики, представителей Минздрава Карачаева-Черкесии и руководителей крупнейших медучреждений региона. Они подвели промежуточные итоги реализации в республике программы модернизации первичного звена здравоохранения. О том, что уже сделано и перспективных задачах, рассказала заместитель министра здравоохранения Карачаева-Черкесии Динара Камурзаева. На 22-й год запланировано завершение объекта по Малокарачаевской поликлинике и строительство врачебной амбулатории в поселке Октябрьский, в большой врачебной амбулатории в станице Преградная Урупского муниципального района, фельдшерско-акушерского пункта в ауле Учкулан и капитальный ремонт Тибердинской участковой больницы.
В этом году мы запланировали приобретение 8 единиц медицинского оборудования. Уже сейчас заключены государственные контракты на приобретение, и в конце июня 2022 года ожидается первая поставка. Вот операционные столы мы ждем уже в этом месяце, в июле все остальное должно быть поставлено. Карачаево-Черкесия достигла 80% от плана по вакцинации от COVID-19. Всего в республике от новой коронавирусной инфекции привились 230 933 человека, что составляет чуть больше 80% от плана по иммунизации. Полный цикл вакцинации прошли 222 417 жителей региона. Начавшийся еще в прошлом году ремонт детской музыкальной школы номер 3 Черкеска, и который должен был завершиться в текущем, застопорился. А все потому, что работы не выполнены в срок из-за халатности подрядной организации, которая не соблюла все условия контракта. Горадминистрация подала на нее в суд. Информацию комментирует начальник отдела капитального строительства и ремонта управления ЖКХ мэрии Черкеска Равиль Тикеев. Проблемы на производстве – это внутренние проблемы подрядчика, которые заказчика мало волнуют, так сказать. Мы с нашей стороны неоднократно проводим беседы с подрядчиком, направляем письменные предупреждения, телефонными звонками уведомляем, но темпы работ не устраивают, значительно снизились. Уже подготовлен иск в суд. Суд обяжет подрядчика в месячный срок выполнить все предусмотренные муниципальным контрактом работы. В случае невыполнения подрядчиком своих обязательств будет расторгнут муниципальный контракт и уже будет принято решение о заключении нового контракта с новым подрядчиком. Планируем все работы выполнить к 1 сентября, к началу учебного года. Карачаево-Черкесия поднялась с 41-го на 14-е место среди 85 субъектов России по показателю уровень цифровой зрелости. Он определяется на основе цифровизации образования, госуправления, развития городской среды, транспорта и логистики. Причем направления образования и госуправления, которые очень тесно и часто взаимодействуют с населением, у нас показали максимально позитивную динамику. В наш век возможность грамотно использовать передовые цифровые технологии и детям, и взрослым, и пожилым говорит о продуктивной работе профильного министерства и о развитии региона в целом. По инициативе Центра управления регионом в Карачаево-Черкесии заработал особый цифровой помощник. Виртуальный советчик поможет не опоздать на автобусы и даже подскажет, куда обращаться в случае, если маршрутка не пришла вовремя. Сюда же на платформу можно отправить и свои нарекания в адрес водителей, которые ведут себя некорректно. Информацию комментирует руководитель Центра управления регионом Ахмат Апаков. Фактически наш чат-бот – это в первую очередь справочник. Для жителей республики они могут зайти, выбрать свой населенный пункт, увидеть все маршруты, которые уходят из него, там, видеть все расписание. На данный момент это как бы ничего сверхъестественного, да, это фактически расписание всех рейсов межмуниципальных, собранных в одном месте, там, с интуитивным интерфейсом. Но в будущем мы будем его развивать, добавлять новые возможности. То есть сейчас там основной раздел – это расписание маршрутов и транспортные новости, где мы будем также сообщать о там, отмене каких-то маршрутов, либо о каких-то других важных новостях, связанных с транспортом. В республике будет построен центр самбо. Об этом на состоявшейся встрече договорились глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов и президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев. Спортивный объект будет возведен в северной части Черкеска. Здесь а самбо могут заниматься и повышать свое спортивное мастерство талантливые перспективные ребята со всей республики. Сергей Владимирович находится с рабочим визитом в нашей республике, чтобы воочию познакомиться с потенциалом развития этого спорта в регионе. Заслуженный тренер России дал высокую оценку уровню и динамике развития спортивной инфраструктуры в Карачаево-Черкесии. Стороны также обсудили совместные действия по реализации большого проекта Всероссийской федерации самбо «Самбо в школу», который уже стартовал в республике и в дальнейшем будет только набирать обороты. Это спортивный и образовательный проект одновременно, и он уже приносит хорошие результаты. Дети уже с младших классов выбирают самбо в качестве приоритетного вида спорта. За первый квартал этого года Банк России выявил в регионах Южного и Северокавказского федеральных округов 29 компаний с признаками нелегальной деятельности.
4 из них – это финансовые пирамиды, а остальные – нелегальные кредиторы. Мошенники на финансовом рынке активно используют информационную повестку, призывая спасти денежные средства в зарубежных юрисдикциях и действуют преимущественно в интернет-пространстве. По словам управляющего отделением Банка России по Карачаево-Черкесии Дмитрия Мещерякова, в последнее время мошенники заманивают доверчивых граждан в ловушку с помощью VPN. Сейчас многие граждане для обхода блокировок используют VPN-сервисы, однако их используют в своих целях и мошенники. И кликая на баннеры или ссылки в сети интернет при получении финансовых услуг, граждане даже могут и не подозревать, что зашли на ресурсы нелегальных компаний, которые уже заблокированы в нашей стране. Поэтому прежде чем иметь дело с той или иной финансовой компанией, необходимо проверить, есть ли у нее лицензия Банка России. Также важно проверить, не находится ли организация в списке компаний с признаками нелегальной деятельности. Он размещен на официальном сайте Банка России в разделе «Проверить финансовую организацию». Перечень обновляется ежедневно. Сейчас в нем более 5000 компаний и интернет-проектов. Следственными органами Следственного комитета России по Карачаево-Черкесии возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов руководством «Теплоэнерго». По данным следствия, в период с января 2015 года по июль 2017 руководство предприятия уклонилось от уплаты в бюджет страны налогов, в частности НДС, на общую сумму 34 миллиона рублей. В настоящее время задолженность по уплате налогов частично погашена, принимаются меры к полной выплате. Сотрудники полиции уничтожили в Черкесске наркосодержащую растительность на площади 900 квадратных метров. Работа проведена в рамках профилактической операции «МАК», направленной на выявление и уничтожение незаконных посевов и очагов произрастания наркосодержащих растений. Житель республики выпустил мобильную игру про борьбу с коронавирусом. Игра «Супердог» разработана резидентом высокогорного креативного кластера Рустамом Урусовым. Ее цель – показать, как правильно вести себя, чтобы не заразиться вирусом. А именно в игре нужно держать уровень антител в пределах нормы, собирая бонусы в виде витаминов и вакцин. Отметим, что проект игры получил в прошлом году грантовую поддержку на конкурсе молодежных проектов Северокавказского федерального округа среди физических лиц. А в настоящее время игра доступна для скачивания только владельцам Android. Ну и в заключение информационного выпуска новости спорта. В Армавире прошел третий финальный этап спартакиады учащихся по самбо среди юношей и девушек 14-16 лет. В весовой категории до 46 килограммов второе место завоевал воспитанник спортивной школы Олимпийского резерва по дзюдо Алим Агиржаноков. Радио России, Карачаево-Черкесия, погода. По сообщению региональных синоптиков, завтра по республике ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах сильный дождь в сочетании с грозой, градом и шквалом до 20-25 метров в секунду. Ветер северной четверти 6-11 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В горах местами плюс 11-16. В Черкесске кратковременный дождь, гроза. Ветер северной четверти 6-11 метров в секунду. Столбик термометра поднимется до отметки плюс 22. И в республике объявлено штормовое предупреждение. В течение суток 25 и 26 июня местами в Карачаево-Черкесии ожидается сильный дождь в сочетании с грозой, градом и шквалом до 20-25 метров в секунду. На реках подъем уровня воды до неблагоприятных отметок, а в горах сход сели малого объема. На этом новостной блок завершен. Его провела Рита Нирова. Вы слушали Радио России, Карачаево-Черкесия. До новых встреч!